Приветствую вас на первом циничном канале. И сегодня мы поговорим о продолжении рода. Очень много по этой теме вопросов от подписчиков. Иоганн, все понятно. Многие отношения там на меркантилизме основаны. В ЗАГС тащат, развод, раздел имущества, алименты и так далее. До самого начала отношений, там, с самой первой встречи, дай, жрать хочу за твой счет. Это все понятно. Но как быть с продолжением рода? Ну, совсем никого там после себя не оставить. Вот давайте сегодня об этом поговорим. Вообще, есть ли у мужчины, особенно у российского мужчины, хотя бы гипотетическая возможность продолжить свой род? Давайте рассмотрим. Просто вопросы задам, вы уже сами на них ответите. Не буду никакого суждения выносить, есть, нету. Просто факты, вопросы, а окончательное решение за вами. Ну и первое, с чего начнем, это, наверное, даже не можно ли, а нужно ли. То же самое, просто вопрос. Осмотрите своих родственников, осмотрите ближайших родственников, родителей. И подумайте, а нужно ли? Почему вы хотите это продлить? Не является ли это каким-то лозунгом, необходимость продлить свой род? Как женщины сразу говорят, ЗАГС нужен. Что это за там, брак, если брака нету, собственно? А брак для них это именно ЗАГС, именно вот этот лохотрон. Также и мужчина часто повторяет лозунг, продлить свой род. Как не продлить свой род? Хорошо, а вы посмотрите на свой род. Я просто от многих комрадов слышал, что там один такой, другой сякой, пятое, десятое. То есть там клейма негде ставить, не на ком ставить. И тем не менее хотят этот род, собственно, продлить. Такой диссонанс полностью, когнитивный диссонанс получается. Вроде как бы нету достойных людей, а продлевать надо что-то, непонятно. Себя или их, не поймешь. Так вот, нужно ли? Нужно ли это передавать в века? Вот то, что вокруг вас. Это первый вопрос. Второй вопрос, уже, собственно, переходим, можно ли. Давайте просто перечислим факты. Ну, во-первых, вполне возможно, что вы воспитывались в неполной семье. Мать-одиночка. Тогда с большой долей вероятности вы настроены против отца. Так или иначе, в той или иной степени, вряд ли вы смогли пройти там сквозь годы и сохранить вот это понимание, что, допустим, там отец был прав, мать не права, воспитывались отцом, ну, нормально, как это могло бы быть. Короче говоря, скорее всего, вы настроены против отца. Ну, смотрите, в европейской традиции род продолжается по мужчине. Есть традиции, там, допустим, восточные, где по матери, но все-таки в нашей традиции в основном по мужчине. Если вы воспитаны матерью-одиночкой, то, скорее всего, вы будете продлевать ее род. У вас даже нет возможности продлить род отца, собственно. Потому что вы против отца. Вы продлите полностью, передадите смыслы, идеологию, вообще какие-то понимания смысла жизни матери передадите в века. То есть, возможно, у вас даже нет возможности продлить род с самого начала. Дальше. Ну, как вы знаете, до 80% браков разваливаются. То есть здесь ваш шанс очень сильно снижается. Ну, снижается, понятно, каким образом. Вашего ребенка будет воспитывать мать-одиночка. Соответственно, в антагонизме по отношению к вам. Посмотрите, что комрады пишут. Ну, мне проще, я с многими общаюсь. Ну, практически в 100% случаев после развода ребенком начинают манипулировать. Общаться не дают, либо дают до тех пор, пока вы не оказываете на него влияние отличного от матери. Ну, поддакиваете, такой подковерный отец, скажем так. Либо это платно все, ну, то есть это тоже пример ребенку, да, отец платно с ребенком общается, какие-то платежи поверх алиментов, вот, то есть такого отца его лучше бы не было, такого примера. Короче говоря, шанс, что вы будете воспитывать своего ребенка именно так, как считаете нужным, ну, вот 80%, что нет, скорее всего, может, там 70%. Дальше идем. Ну, опять же, не знаю, откуда эта статистика берется, но если в интернет позабиваете, то увидите там в гугле где-нибудь, что по статистике до 30% мужчин воспитывают чужих детей, не зная этого. Не зная. То есть отцовство подложное. Женщины, как правило, как я понимаю, знают, могут правда не знать. Мало ли там десяток партнеров с маленькой временной разницей. Может и правда не знать. Наиболее выгодного выбрала, да и все. Короче говоря, шанс, что ребенок не ваш, довольно-таки большой. ДНК все-таки в России, экспертиза ДНК пока что не модна. И, кстати, очень зря. Вот здесь пресекается. То есть вы считаете, какой процент остается просто. Следующий момент. Понимание продолжить свой род все-таки, я считаю, подразумевает возможность дать образование. Потому что что значит, опять же, продолжить ДНК? Просто ДНК перекинуть, сдайте биологический материал там в банк, собственно, в банк спермы сдайте, и вот вы продлили ДНК.
только вы никогда не увидите этого ребенка. Если же вы говорите о том, что воспитание все-таки, ну представьте, начиная там со школы, с начальной школы, 11 лет вашего ребенка будут просто компостировать какими-то ерундой какой-то, такие тетки матриархальные будут его воспитывать, что там, ну, вообще останется от мужского воспитания? В принципе, те же матери-одиночки. Ну, школа, как вы знаете, она женская полностью. Преподаватель мужчина, какой процент? Опять же, можете посмотреть статистику, сколько мужчин в школе преподают. Он получит полностью воспитание. Вот, женщина сказала, исполнил. Женщина сказала, исполнил. То есть матриархально на 100%. Воспитывать вы не можете. Обратите, опять же, внимание, такие вот древние, допустим, рода, дворянские, там везде было домашнее воспитание. Это либо воспитание родителями, либо они нанимают преподавателя, то есть репетитора. Это человек, который будет именно заниматься конкретным предметом, которым родители считают нужным, и не будет объяснять, почему там мальчики за девочками должны жвачки отдирать, почему они должны стулья ставить, а девочки не должны. И вот этого гадства всего не будет. Вот, ты мужик, она богиня, вот этой блевотины не пойдет. Так вот, воспитание вы тоже дать не можете. Что еще? Имущество. Род, опять же, если мы берем все-таки, ну, наверное, это понятно, да, что разница между дворянским родом таким и крестьянским родом, она все-таки разная была. У крестьян детей, как правило, больше было. Так вот, в чем же разница? В том, что к роду относилось не только деторождение, еще и имущество. Когда вы будете вступать вот в этот государственный брак, в официальные отношения, вы будете терять имущество, вы будете терять достояние. С точки зрения рода, потерять жилье, представьте в понимании дворянина, потерять там родовое поместье. Ого! Да это серьезный удар по роду. Дело не только в том, что там кто плодится, кто не плодится. Крестьяне тоже плодились, еще лучше дворян. Но вот эта вот потеря жилья, ну это очень серьезно. Государственный брак вам очень хорошо повышает шансы потерять жилье, например. То есть, влезая в этот брак, вы, в принципе, можете очень сильно навредить своему роду. Шанс, я сказал, 80%. То есть, что вас просто у вашего рода заберут имущество, которое, в принципе, и является частью рода. Ну вот, друзья, примерно вот такой расклад. А дальше вы уже можете сами давать, собственно, ну, оценку, какой шанс. Проценты я примерно привел, там точность их невозможно проверить. Это, ну, там уровень какого-то запроса в Google. Ну, я думаю, вы можете по окружению посмотреть. То есть, ну, на мой взгляд, вообще шансы, гипотетические шансы продолжить свой род, они равняются там какой-то погрешности маленькой, намного меньше 1%. Ваш ребенок будет общаться в обществе, уже прогнившем на 100%. Его будут настраивать соответствующим образом. То есть шанс, что вы сможете перекричать это общество, переучить, да практически нулевой. Короче, подумайте, вы... Вот, ну, я не говорю, что это хорошо, но тем не менее. Посмотрите отношения, там, не знаю, классика, Тарас Бульба, да? Я тебя породил, я тебя убью. Все, ты заморал рот. То есть вот как раз Тарас Бульба, ну, я не говорю, что там детей убивать надо, ни в коем случае, но отношение Тараса Бульба, он уже не считает своего сына продолжателем рода, скорее пятном на роду. Мотивация этого убийства, скорее пятном на роду считает. То же самое. И вы что, считаете, что в нынешнем обществе у вас получится сделать именно продолжателя рода, а не пятно на своем роду? Ну, очень, на мой взгляд, наивно. Очень. Какие у вас рычаги есть? Ну, то есть подает ваша там благоверная на развод, что вы можете сделать? Ничего. И самое еще интересное, смотрите, есть в семейном праве, в семейном кодексе, ну, такая норма права. Вы не можете развестись с женщиной в течение ее с женой государственной, в течение ее беременности и года после. Она может с вами развестись. Мотивация как бы официальная в интересах ребенка. Интересами мужа жертвуют в интересах ребенка. Но тогда что получается? Развод, он как бы в интересах ребенка или против? Получается, по данной норме против интересов ребенка. Тогда вопрос, почему же мать может развестись? Если развод не в интересах ребенка, то тогда в принципе развод невозможен. Почему же у женщины есть право, а у мужчины нет этого права? Так вот, друзья, государство, оно не эмоционально. Оно вполне умеет считать статистику, вообще прикидывать за и против, прикидывать реальную ситуацию. Получается, что государство тем самым как бы говорит, что женщина может действовать в интересах ребенка, а мужчина нет. Женщина может разводиться, может не разводиться, а мужчина разводиться не может. То есть
подразумевается, что действовать в интересах ребенка может только женщина. Она сама как бы увидит, когда развод в интересах, а когда не в интересах. Поэтому ей право дается. Так вот, разве мы не знаем, что женщины зачастую действуют не в интересах ребенка? Огромное количество, позабивайте в Google, да, и убивают, и издеваются над детьми. И мужчины здесь не в прерогативе. Женщинам даже отдельную статью, такую облегченную, 106-ю сделали, убийство матери новорожденного ребенка. Они могут убивать детей, скажем так, намного дешевле мужчин. То, за что мужчина получит чуть ли не пожизненно, для женщины зачастую оканчивается условным сроком. Условным. Она даже лишение свободы не получает. Так вот, женщина может действовать в интересах ребенка, а мужчина нет. Вы думаете, в этом мотивация государства? А мне видится по-другому. А мне видится просто четкое понимание государством, что у мужчины нет рода. Женщина может действовать, а может не действовать в интересах своего ребенка. А мужчина не может действовать в интересах своего ребенка, потому что у него нет своего ребенка. Это ребенок женщины. То есть в нынешней ситуации, сложившейся, любой ребенок – это ребенок женщины. Мужчина там не при делах. У него объективные возможности, государство за ним не признает объективные возможности действовать в интересах своего ребенка. Потому что ребенка у него нету. Это он, дурачок, считает, что он у него есть. У него есть реквизиты, куда надо деньги закидывать. И есть иллюзия до тех пор, пока он не надоест, что вроде как бы это все его. Так вот, государство, которое может анализировать, просчитывать, оно таким образом и просчитало, и, на мой взгляд, правильно просчитало, что как мужчина может принимать решение по поводу вообще семьи, когда семьи у него нет. Это женская семья, семья женщины. А мужчина, ну это имущество, это то, из чего доход получается. Не знаю, у вас есть квартира, вы ее сдаете, получаете арендную плату. Ну нифига себе, квартира будет решение принимать. То же самое и здесь. Это способ получения дохода, но не более. Короче говоря, друзья, подумайте и каждый для себя примите решение. Стоит ли ломать жизнь, стоит ли продолжать чьи-то рода. Вот, или же, может, вы видите какой-то способ продолжить ваш род. Ну, всякое бывает. Прихватит человека, и он начинает видеть разные способы.